На Кубу в пятницу обрушился ураган Ида. Ранее он прошел над островом Хувентуд на западе страны. В настоящий момент в этом регионе нарушена подача электроэнергии, однако крупного ущерба не зафиксировано. Тем временем власти Кубы провели эвакуацию более 10 тысяч граждан в западных провинциях Пинар-дель-Рио и Артемиса. Сильные порывы ветра были повсюду, а там сорвало крышу. Синоптики предупредили, что местами может выпасть до 50 сантиметров осадков, что приведет к наводнениям и оползням. Мы подготовились при поддержке системы гражданской обороны. Мы живем недалеко от побережья, но пока нам не грозит опасность, если не усилятся дожди или не начнутся наводнения. Тропический шторм Ида быстро усилился до урагана со скоростью ветра 128 км в час по мере приближения к побережью Кубы. По прогнозам, к воскресенью Ида может достигнуть побережья американского штата Луизиана.